Ага, птица выпорхнула из клетки нервно и полетела к солнцу первой и последней. Пока ты тихо спишь в постели и не видишь драму, которая разыгралась в небе. Когда проснешься, все будет кончено давно. А из-под облаков только обожженное перо. И жалеть ты будешь только об одном, что не смогла запечатлеть это на телефон. Вырвана страница, рука в руке, малость, милость на лице, морщины. Волосы порой седые, время, ну постой, куда ты? Я кофе заварю тебе покрепче, а ты? Я опять не бритый и слегка колючий. Запах дыма сигарет потом. Ты мой наркотик, моя доза, ты моя погода. Я тобой простужа. Смысла не будет в словах, ты в дефиците, как для заключенного пармезан. Я круги нализал возле твоего подъезда, котом бездомным, что зимой просится погреться. Не холодно, снега нет и нет морозов. И так наивно то, что с нами внутри происходит. Ты будешь ненавидеть потом эту песню, играющую с телефонов у всех малолетних. Будешь морщиться от каждого слова, ненавидеть мой голос. Мне все это знакомо. Видел сотни раз, а ты намекаешь на эксклюзивность. Но со всеми так бывает. Вот и с нами случилось. В твоей руке рука, в моей стаканчик с алкоголем. Но я бы не сказал, что мне не повезло. Не, в этой лотерее мы оба уже с пробегом. Давай потратим друг на друга.